Ну вот турки. И не просто турки, а официальный представитель, подчеркиваю, правящей в Турции партии, это партия справедливости и развития, Омер Чевик, заявляет. Независимо от московского, от наших генералов, от сегодняшнего заявления, сделанного в Москве, турки, теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки. Очевидно, что совершить такую профессиональную акцию без поддержки разведки какого-либо государства невозможно. У подобных акций всегда есть спонсоры. Напомню, это официальное заявление правящей в Турции партии, победившей партии. Понятно, что заявление такого рода согласовано со всеми в правящей, правящей, ключевое слово, правящей партии. Мы говорили о том, и только мои силовики установили, что как минимум двое, несколько участников этого жуткого преступления, которое по-прежнему сидит в голове каждого россиянина, как минимум двое готовились к этой бойне на территории Турции. И вдруг турки делают такое заявление про некую страну и некую поддержку. А я еще раз настойчиво говорю, прошу проверить, тема семинаров Чубайса в Израиле. Проучить Россию, чтобы она никогда не встречалась с представителями противника Израиля, так назовем этих людей, не принимала бы их делегации в МИДе, никаких контактов бы не совершала. Ведь мы были фактически не единственной стороной, наверное, да, но все-таки мы были в первом ряду тех, кто желал положить этому конфликту конец. И наш МИД, Лавров, его сотрудники встречались со всеми сторонами, не только с Нетаньяху, но и с представителями сектора Газа в Москве. У Израиля свои вопросы, как говорится, могли появиться. Тут еще и Чубайс, который не скрывает, что ведет семинары. Официальная, есть неофициальная наверняка часть. Я допускаю мысль, я уже говорил об этом, что главная цель этих вот убийств, показательного расстрела, это дестабилизация внутри самой России. Ну, погромы. Что это погромы? Это уже взрыв, внутренний взрыв. А внешний взрыв, что называется, Украина, там всегда уже, там на 100 лет понятно, что будет дальше. Всем понятно, им понятно, и нам понятно, какие, так сказать, действия могут быть, дружеские, недружеские, без вариантов. Но еще раз. То, что турки говорят о возможной причастности некой третьей страны, и то, что Соединенные Штаты и Великобритания, вспомним об этих анонсах возможного преступления. Эти анонсы были официально сделаны дипломатами Америки и дипломатами Соединенных Штатов и Великобритании, Соединенных Штатов и Великобритании. Все, как говорится, в один пазл складывается. Да, цель мы сами, цель дестабилизации, цель взорвать каждого из нас. То, что россияне не поддадутся на эту очевидную провокацию, где самая главная роль была не у тех, увы, страшные вещи говорю, не у тех, кто убивал наших граждан, а у того, у той гниды, которая шла с камерой и все фиксировала. На платформе можно увидеть сегодня полный видеоряд всех событий от момента входа террористов в Крокус-Холл. Твари, они сами это снимали. То есть пленка на весь мир с момента входа, вот это важно, с момента входа. Это очень важно. Суки, это вот, я извиняюсь, что я ругаюсь, но погибло более 140 человек. Надеюсь, что все-таки врачи ведь делают чудеса и в Склифосовского, и в других больницах. Это лучшие больницы, лучшие клиники Москвы, ФМБА и их структуры, центр Гурназяна. Везде раненые и везде врачи круглые сутки, уже падая от усталости, просто спасают жизни.
Но еще раз, главная роль, чтобы все увидели, как это страшно, чтобы мы взорвались, каждый из нас взорвался бы, свечкой бы подпрыгнул к потолку и пошел бы громить кого. Как раньше говорили, иноверцев. Ну как же я могу громить иноверцев? У меня есть приятель, мой просто друг. Один азербайджанец, очень близкий мне человек, другой таджик. Сколько же он добра мне сделал, и Назим, и Самир. Как я могу хоть слово не сказать? Они тут при чем? Они так же потрясены, как и я. Нет. Расчет на что-то дикое в каждом из нас, на что-то такое внутреннее, что должно было по мысли неких идеологов, а в этой истории есть не только мощное финансирование, но, конечно, в эту историю вложена идеология, чтобы мы взорвались. Так вот, докладываю, и все видят. Россия на фоне этой трагедии, этого горя, национального горя, так объединилась, как никогда. Вот как в 41-м. А если какой-то коношенок из Малой Голландии что-то такое там вякает, так он подонок, мерзавец и негодяй. Правда, я бы ему зубы выбил, но не в тюрьму бы его кидал, это уже другой вопрос. В тюрьме должны сидеть преступники. Я понимаю, что иногда идиотизм ничего не отличается от преступления, но все же есть разница. Но так мне кажется, я могу ошибаться. Вякнул что-то, ну и получи. В глаза получи. И по глазам. Мы не умеем отбивать такого рода нападения идиотов. Мы их сразу хватаем, это кого-то раздражает. Не думаю, что тюрьма – это лучший способ для воспитания. А тут и воспитывать не надо, тут надо просто по морде дать мерзавцу. От души, отхлестать. Но не на дыбку же его сажать.